Всем привет, любители ароматного табака. Рад сообщить вам о начале конкурса на моем канале. Спонсор конкурса — группа ВКонтакте «Кубинский кофе в Орле». Ссылочку на группу я оставлю в описании под этим видео. Итак, друзья, что же нужно для того, чтобы принять участие в конкурсе? Все, в принципе, очень просто. Во-первых, это репост данного ролика. Второе условие – это регистрация в группе «Кубинский кофе в Орле». И третье – размещение вашей фотографии в группе «Кубинский кофе в Орле». Что же должно быть, друзья, на фотографии? Ну, учитывая специфику моего канала и учитывая специфику группы «Кубинский кофе в Орле», мы ждем от вас фотографии, на которой будете изображены, соответственно, вы, ну, или ваши близкие друзья, для нас несущественно. Потом обязательно на фото должно быть либо кофе, либо сигарета, либо сигара, либо ваша любимая трубка. Здесь мы вас не ограничим, выбирайте, креативьте. Можете миксовать, ну, в общем-то, здесь все на ваше усмотрение. Где вы сфотографируетесь, что будет изображено на фотографии, помимо указанных мной обязательных критериев, нам не важно, друзья, все на ваше усмотрение. Теперь самое интересное, как мы выберем победителя. Победителя мы выберем, ну, я считаю, что наиболее интересным способом. Мы не будем доверяться судьбе, не будем доверяться случаю, это все от лукавого. Победителя мы определим по количеству лайков под вашими фотографиями. Лайк будем считать за 1 очко, репост будем считать за 2 очка. То есть, соответственно, фотография, которая наберет самое большое количество очков из учета лайков и репостов, ну, в общем-то, и будет победитель данного конкурса. Итак, самое интересное, что же мы приготовили вам в качестве главного приза. Вернее, даже не мы, а ребята из группы «Кубинский кофе в Орле». Ну, победитель получит 3 сигары кубинских, пачку великолепного кубинского кофе и пачку великолепных кубинских сигарет. Друзья, ну, я думаю, что приз достойный, поэтому креативьте, творите, участвуйте, ставьте лайки, ставьте репосты, и я думаю, что победит самый креативный, самый творческий человек, которых я считаю, что среди моих подписчиков огромное количество. Друзья, итоги конкурса мы подведем 1 апреля, и приз, я думаю, что найдет своего победителя. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!